Сотрудники ФСБ России задержали в Москве 4 трудовых мигрантов по обвинению в членстве в исламском движении и приготовлении к организации терактов в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России 25 мая 2017 года. При обыске у задержанных изъята исламская литература, а имена задержанных не сообщаются, однако известно, что все задержанные являются выходцами Центральной Азии. Напомним, что сразу после подозрительно выгодного для существующего режима теракта в Санкт-Петербурге, то есть начиная с марта, российские силовики устроили самую настоящую кампанию по преследованию и дискредитации трудовых мигрантов из Центральной Азии. Нормально? За последние два месяца сотрудниками спецслужбы были задержаны около 30 трудовых мигрантов, причем на каждого из них было сфабриковано уголовное дело по обвинению в терроризме. Отмене московских городов.